сказал идиот! Сатана идиот полный. Ребят, вот почему сатана, что бы ни сделал, оно всегда его ужалит. Он же знал, что под прибив ко кресту Христа, он сам себя убивает. То есть не прибивай Христа, пусть идет. Нет. Вы знаете, сатана настолько туп, что против своей натуры он никогда не пойдет. Вы знаете, что такое, когда злой человек, он не может контролировать свое зло? Он знает, что нельзя сейчас это говорить, и он все рассказывает. Представьте, а дьявол — это совокупность всей этой дряни. То есть, представь, он реально не может держаться. Он знает, что сейчас он начнет что-то делать, и это против него, и он все равно это делает. Он реально глуп. Почему? Потому что эта зараза против своей натуры никогда не пойдет. Он не пойдет, он не может сделать что-то другое. Почему сатана предсказуем? Почему это написано «нам небезызвестный»? Его просто. Почему? Потому что я могу предсказать. Просить вызов Богу — это сделать шаг веры. Реальный шаг веры. Бог, сделай в моей жизни что-то, чего еще не было никогда в жизни. Почему ты не можешь бросить вызов всему вокруг? Где мой живой Бог? Где он? Никогда не будь там, где нет Бога. Если его нет нигде, никуда не иди. Сиди дома, ищи Бога. Кто сказал, что это коробка, это церковь? Вон оттуда, ищи сам Бога наедине. Тебе не нужна какая-то коробочка с каким-то попугаем. Я хочу в неизвестность, там, где Бог. Я хочу попробовать, что такое ходить по воде. Я хочу увидеть открывающиеся слепые глаза. Я хочу увидеть чудеса, да, судите меня, но я хочу живого Бога. Развелось в последнее время маразм. Сидят какие-то отморозки и Бога объясняют по телеку. Дьявол идиот! Если это молитва, продай туда душу свою и ори до тех пор, пока ты не получишь результат, или перестань заниматься дрянью. Если это церковь, здесь должен гореть огонь Бога, или распусти всю эту шалашкину контору. Я хочу живого Бога, и все, все, все живого Бога. Мне не надо ваша дрянь религиозная. Я хочу моего Бога. Не твоего, моего. Дайте мне моего Бога.